Здравствуйте, дорогие подписчики моей группы. Я начинаю курс, обучающий машинного вязания. Вот, мы будем с вами вязать на таких машинках, как Нева 1, Нева 2, Silver Reed LK150. Вот она у нас. И на компьютерной Silver Reed. Вот. Сейчас я как бы села за вот эту машинку. Нева 1, Нева 2 я продала, но она действует, собственно говоря, по тому же принципу. По принципу каретки Интарси. Каретка Интарси у меня есть к вот этой вот модели, к ЛК-151. То есть принцип вязания на Неве 1, Неве 2 я покажу. Это самая простая машинка, которая только может быть. То есть, ну, не существует таких вариантов, что вы не сможете с ней разобраться. Вот, курс будет частично платный, частично бесплатный. Вот, мы с вами будем в процессе обучения вязать свитер с косами. То есть я буду обучать вас всем премудростям, то есть все виды подгибки, какие-то носочки. Вот, например, носочки, которые я сама себе вязала. То есть они вот штопанные, перештопанные. То есть сразу видно, что то, что я вяжу, я сама и ношу. То есть нету такого, что связал и выбросил. То есть все активно носится. Вот. И, собственно говоря, рассказывать особенности, как вязать на этих видах машинки, на этих трех видах машинок, я буду в процессе этого обучения. То есть это будет не только компьютерная машинка двухфортунная, это будет и что-то попроще, потому что, конечно, не каждый может себе позволить. То есть, ну, давайте посмотрим там на какие-то небольшие образцы. Вот это у нас ажур, это у нас что? Ну, это у нас жаккард. То есть видите, какие красивейшие вещи можно делать. Тут у нас, кто это? Это у нас олени поскакали. Всякие такие вот скандинавские узоры. Опять у нас вот ажур интересный. То есть вот такое вот интересное полотно из двух ниток. Буду показывать ручную и машинную декировку. Вот. Будем пользоваться программой Knit Styler. Вот, будем ее изучать вместе с вами. И, соответственно, свяжем вот и таких, и оленей, и косы, и все это мы будем вязать в нашем курсе. Вот, как я сказала уже, часть уроков будет платная, часть бесплатная. Для ознакомления, чтобы вы поняли, как я учу, нравится вам, не нравится заниматься со мной. То есть это решайте сами. Первое, с чего мы начнем, это с инструментов. Что вам, то есть минимум-миниморум, что вам понадобится? Ну, само собой, разумеется, ножницы, нитки. Вам понадобятся вот такие вот длинные булавки. Вот. Машинное масло. Но обычно оно идет в комплекте. Различные грузы, различные декеры и крючки. То есть это все идет в комплекте к той машинке, которая у вас есть. И в принципе, неважно, какая именно у вас машинка. На каждой из них, даже на какой-то самой простой, типа Нева 1, Нева 2, можно себя спокойно обвязать. В принципе, не обязательно покупать прямо сразу компьютерную, я уже об этом говорила, еще буду повторяться. Можно пока не тратиться, можно купить что-то попроще, либо вот такую вот LK150 Silver Reed, либо у кого-то купить Нева 1, Нева 2 с рук. То есть этого хватит вам за глаза. Так, вам понадобятся вот такие вот замочки. Или, если хотите, булавки и иголки для шерстяных ниток. Разного размера. Так. И какое у нас будет сейчас первое правило? Самое первое правило для всех вязальных машинок, оно звучит так. Не подмажешь, не поедешь. То есть, прежде чем завязать, мы с вами смазываем вязальную машинку. Несколько раз пройтись. Слышите? Звук стал плавный. То есть любую машинку в пределах разумного надо смазать. Так, теперь что я хочу показать вам. Мы обязательно сейчас повяжем с вами, но так как это видео для начинающих, вступительное, я также должна объяснить, например, вот про положение игл. В каком положении данные иглы вяжут или не вяжут. То есть вот первое положение, это они задвинуты в самый конец, в
в таком положении ни одна из игл никогда не вяжет. Выдвигаем вперед первое положение. В этом положении иглы вяжут. Второе положение тоже вяжут и третье положение, четвертое, вернее, положение, все иглы вперед. В этом положении они будут вязать только при условии, что вот эти вот рычаги будут поставлены, называются рычаги Рассела, будут поставлены на цифру 2. То есть, видите, сейчас оно стоит цифра 1. Иглы, выведенные в переднее положение, не вяжут. То есть, если мы их заведем вот сюда, они вяжут. Так, и теперь давайте ЛК 150. Не вижу смысла ждать. Берем нитки. В данном случае нитки у меня перевязаны вот в такую пасму. Будет еще показано видео бесплатное на стене, где я объясняю, почему именно надо, почему и как надо перевязывать как бы вот эти вот иглы, почему обязательно нужно перематывать и так далее. То есть все это будет. Заправили нитку. И самый простой способ начать вязать. Выдвигаем иглы вперед и методом оп-оп обвитие слишком туго не обвиваем каждую иглу из тех, которые я хочу, чтобы вязали. Так, как я советую делать для новичков? Все иглы вперед. Рычаги Рассела тоже вверх. То есть, видите, на двоечку поставим, чтобы оно вязало в переднем положении. Также проследите, чтобы нитка не намоталась на щеточке. И нитка легко выходит из центра, то есть, но в первый раз я советую ее вот здесь вот попридержать вот так рукой, слегка поднатянуть и первый проход. Оп. Убедитесь, что все иглы провязали. Опять пальцем придерживаем вперед. Уши, я их просто ушами называю, рычаги поставлены на цифру 2. Оп. Провязали какое-то количество. Для Нева 1, Нева 2 грузики не нужны. Я через какое-то время поставлю каретку Интарсию и покажу, как принцип вязания на Неве 1, Нева 2. В данном случае грузы и оттяжка вниз обязательны. То есть провязали несколько рядов, чтобы машинка не сбросилась с петель, повесили грузы. То есть, как бы, видите, обязательно по всей длине. Собственно говоря, вот и все. И поехали. Ой, соскочила. Мне повезло, нитка выскочила из каретки, я резко рванула. Отскочила рычаг на положение не вязать. Оп. Невероятная легкотня. Единственное, что я сейчас, нитка темная, это я, конечно, дала маху. Вот так вот покажу вам. Все, полотно у нас великолепно, легко и просто вяжется. Если хотим, мы можем сменить нитку. Отрезаем и возьмем какой-нибудь другой цвет. Какой тут нам вышел? Ну, хотя бы красненький. Просто чисто, чтобы вам было видно. Опять также заправляем. Первый раз, когда вяжете, попридержите нитку снизу. То есть, видите, вот она здесь. Хвостик много заправленной нитки. И еще такой момент. Желательно все грузики где-то через каждые 5 сантиметров поднимать наверх. 5 сантиметров провязали, подняли наверх.
То есть отрезанную ниточку тоже попридержать. И поехали. Оп, первый ряд. Давайте я покажу вам поближе. Отрезаем, берем другую нитку. Я не знаю, что еще может быть проще, чем вязание на вязальной машинке. То есть, пока вы все вот это вот вручную переколбаете, то есть вязальная машинка все это делает быстро, четко и аккуратно. То есть, давайте, я отрезала нитку. Давайте снимем. Мы не будем сильно заморачиваться. Мы уберем грузики, вынем нитку из каретки и просто проведем пустой кареткой без нитки. И вот что у нас получилось. То есть нитка разной толщины, разная плотность. То есть красненькая у нас потолще, черненькая она прыхлее. Вот, а теперь я покажу, это была LK150 Silver Knit. Теперь я покажу, в чем особенность вязальной машинки Нева 1, Нева 2. Для тех, кто, ну скажем так, не может сразу купить, или там сомневается, или финансы поют романсы, это я все прекрасно понимаю. Вот, прежде чем вы как бы решите, хотите вы покупать или нет, вы вполне можете себе купить такую самую простейшую. То есть Нева 1, Нева 2. Единственное, что как бы оговорюсь, не покупайте такие вязальные машинки, как Нева 3, 4, 5. То есть они действуют не по принципу интарсии, то есть когда нитка прокладывается, я сейчас это вам покажу, она как бы у них, у Невы 3, 4, 5 и так далее, у них обычная каретка, в которую нитка вот так вот заправляется, то есть внутрь. Это значит, как бы на них меньше можно будет вязать. То есть на каретке интарсия, то есть вот на такой каретке, и точно такая же каретка у Невы 1, Невы 2, просто как бы более старинного образца, больше как бы различных вещей, которые можно связать. То есть больше возможностей, грубо говоря. Вот, конечно, она полностью компьютерную машинку не заменит, но очень многое там можно связать.